Успевают все – и спасать, и воспитывать. Павел Коньков посетил поисково-спасательный отряд Ивановской области. Отряд был создан в 1996 году и насчитывал 27 человек. Сегодня в регионе трудится 187 спасателей. Губернатору продемонстрировали новое оборудование, благодаря которому помощь пострадавшим можно оказывать качественно и быстро. Тут же проходит урок ОБЖ для школьников. Ребятам показали разные виды носилок и объяснили, как ими пользоваться в чрезвычайной ситуации. Павел Коньков поблагодарил спасателей за добросовестную работу, вручил благодарственные письма и подарки тем, кто отличился во время командировки на Дальний Восток. Напомним, ивановцы принимали активное участие в спасении населения во время наводнения на реке Амур. 1000 выездов за 2013 год. Уже более 200 в этом году. Лучшие отзывы о нашем спасательном отряде, который работал во время наводнения на Дальнем Востоке. Сегодня это абсолютно готовый в любую минуту высокопроизводительный отряд. И мы очень рассчитываем на то, что он и в дальнейшем обеспечит жизнь и безопасность ивановцев.